сегодня будет техника. Последняя, которую я буду показывать. Стоматологи будут в восторге. Я им прям работу буду сегодня давать стоматологам. Сейчас будет самая неприятная техника за сегодня. Самая мерзкая, самая ужасная. Это, вы поняли, же самая моя любимая. Я обожаю эту технику. Там глубочайше обожаю. Так. Мартов, ложи, пожалуйста. Меня любишь учиться. Мне нравится, я люблю показывать на людях, которые издают звуки. Сука. Ты знаешь, инструмент, инструмент должен петь, как бы. Ложись. Проблема в том, что не всегда люди все-таки хотят нам что-то сделать. Проблема старших поясов зачастую в том, что они обычно представляют, что вы хотите сделать. То есть, если вы работаете, вы... Он знает, что вы знаете, что он знает, начинается вот это вот. Поэтому, да, подними свои ноги. Часто прошаренные люди, которые хорошо борются, вообще не дают нам вгрызться на вот эту дистанцию, потому что они понимают, что вот здесь начнется жопа, и самое для них главное просто нам не дать сюда зайти. Они начинают пихаться, они начинают легаться, делать нам всякие гадости. Поэтому нам нужно всегда в арсенале иметь способ резкого сокращения дистанции с человеком. Максимально резко, чтобы мы бам телепортировались и человеку присосались. Итак, вот Машков, вот моя ублюдская штука. Я понимаю, что он легается, пинается, и я не могу сократить дистанцию. Я беру его ножку, захожу чуть боком. Ты можешь не как будешь, чуть-чуть просто. За мной хотя бы двигаться. То есть вот я здесь, я беру ножку, и я захожу чуть-чуть двигаться. Ты сказал двигаться, я двигаюсь. Чуть-чуть сказал. Я захожу в бок. И видите, я занимаю диагональ. Если я буду заходить, то все откуда-то он будет легаться ногами, да. Поэтому мне нужен его способ телепортации. Сейчас спокойненько лежу. То есть я захожу, обязательно ублюдская стойка. Обязательно вспоминайте то, что я поработал на ногах, я показывал, чтобы у вас ноги не уставали. Я здесь, я же хожу сюда. И дальше я делаю свою любимую технику. Бум! Я захожу плечом в челюсть. Очень важно. Мои руки. Не как вот так вот, а не у вас застрял. Я ныряю. То есть я стоял здесь, вот у меня ублюдская стойка. Я захожу, и вот я, бум, ныряю в человека. Мне очень важно попасть ему плечом в челюсть. Я беру максимально плотный захват, и я ставлю весь вес ему в челюсть. Для чего? Человек должен забыть, что у него есть гак, который ему нужно держать. Абсолютно без шуток. Человек должен реально забыть, что он секунду назад думал, что надо защищать гард. Вы должны снести нахер ему челюсть. Мы даем ему в лицо, мы даем нижнюю кромочку челюсти. Еще раз. Вот я стою, вот я здесь, ничего не перемещает. Я занимаю диагональ. Эта ножка кажется как бы между моих ножек. То есть я даже даю ему это сделать. Ручки здесь, поэтому вот таких рук. Дальше я пум, я ныряю. Обратите внимание на мой таз. Никаких перекосов в жопу. Я цепляюсь руками. Даже если он выжимает меня ногами, я просто вдавливаюсь. Нога прямая, ноги прямые. Я весь вес отдаю ему на челюсть. Весь. Если он забудет нагадить, я просто перейду. Это был первый вариант, когда мы заходили в эту сторону и ныряли здесь. Есть второй. Я здесь. Я захожу в эту сторону, с этой стороны. И здесь я меняю руки. Сейчас у меня эта рука была под головой. Здесь это. То есть, смотрите. Ублюдская стойка. Я зашел, он готовится пихаться. Вот я ныряю. Бум! Обратите внимание, прямые ноги. Я свои руки плечом подбираю челюсть. Все, я максимально давлю. Моя задача, чтобы он забыл о гарде. Что я буду делать дальше? Да, например, вот, убивать колено. И проходить дальше. То есть моя задача сейчас резко сократить дистанцию. То есть я не хочу с ним бороться. Я не хочу убирать его ноги. Я ничего не хочу. Я хочу вцепиться в него, сделать больно и отвлечь его от гарда. Понимаете, есть очень большая разница между... Вот вы куда-то сюда упали, человек с вами борется, у него есть руки, все хорошо. Теперь, пожалуйста, между ноги. И вот этим вот, когда я сюда-то челюстью добрался, я буду со всей дури его тиранить. Очень важно, плечами. Вот вы должны здесь подогнать. Медленно. Если мы встали, иду сюда, даем зацепиться. Вот они, ручки у меня. Вот я на прямых ногах. Влетаю, подмышку. Ноги, смотрите внимательно, никакого поворота жопы. Подбираю. Вес на челюсть. Пусть держит ногу. Моя задача отдать максимальный вес. Здесь это уже мало.
Правильно. И в другую сторону. Просто меняю руку под голову. То есть я зашел сюда. Ну что самое новое? Не, а я. Вот она, то есть я вас был, я поспешу в другую сторону. Бум! Че я думал, что я буду проходить что-то? Вот я корпусом падаю, ныряю. Плевать на его ноги. Даже если я возьму здесь газ, если я это резко сделаю, я прорвусь. Понятно? Будете делать медленно, вас заберут как. Но вы должны человека прямо нырять и плечами снесить ему лицо. Поехали. Миша, я понял, что чувствовал Мурк в свое время. Идеальная техника для тех, кто хочет потерять друзей в своем зале. Ну что, Джорджик мягкое искусство, да? Да, если в рекламе про него писать. Семинар. Ha ha ha.